Сегодня легендарному врачу Шамилю Каратаю могло бы исполниться 65. Именно он открыл первую в Советском Союзе кафедру медицины катастроф. Работал в МЧС, депутатом Госсовета, решал проблемы инвалидов, чернобыльцев, афганцев, возглавлял Центр реабилитации спасателей. Сотни его учеников стали учеными, руководителями крупнейших учреждений здравоохранения. В память о выдающемся человеке выпущена книга «Во имя жизни» с воспоминаниями родных, сподвижников и друзей.